Всем добрый день. Незапланированная прогулочка. Вообще не собирался здесь гулять. Да вообще гулять не собирался, если честно. Но погодка такая классная, хорошая, что решил выбраться. Владимир не узнал меня. Что, не узнаешь? Не узнает. Ну ладно, пойдем тогда дальше. Раз не узнал. Прогуляемся. О, смотрите, трехцветный кот. Там, где аист. Там, где цапля. Сейчас, подождите, поздороваюсь. Ладно, продолжим. Аист. Точнее, семейство. Аистов или... Нет, не цапля точно, аисты. И кошак такой сидит. Прикольный трехцветный. А вы говорите, что это редкие виды, породы, или как, я не знаю, как это правильно сказать. Много очень трехцветных котов в Лазаревском. Может быть, край у нас такой благодатный. Итак, друзья... Пойдемте прогуляемся в сторону моря. Поступала не так давно в ходе эфира просьба прогуляться в районе пляжа Пионерского. О, вру, Пионерского, Армянского. Я еще тогда сказал, что не так давно снимал. А вот сейчас вот как-то само захотелось. Я понимаю, что на центральных пляжах сейчас будет людей гораздо-гораздо больше. Там все отдыхают, гуляют, и туристов побольше. А здесь будет все-таки потише и поспокойней. Может быть, это меня и подкупило. Тишина, птички. Ну, может быть, иногда пролетят электрички. Зато смотрите, как красивейший, прямо образом красивейшим цветет. Я не знаю, что это, вишня, черешня. Ну, какое-то такое фруктовое деревце. Невеста просто, смотрите. Просто невеста. Внутри шумит море. Внутри, внизу, внутри, но там железнодорожное полотно, которое снимать я категорически отказываюсь. Попозже спустимся подальше, там, где не будет его особо видно, и там продолжим. Вот мы практически на берегу Черного моря. Картинка, в принципе, летняя, я бы сказал, вот так. Очень красиво. Дельфинов не наблюдаю, хотя всяко может быть. Топаем в сторону пляжа Армянского. Посмотрим, есть ли там какие-нибудь глобальные изменения. Хотя визуально вот так вот я сейчас иду, смотрю. Особо не видно. Не. Пока море все-таки не отпускает эту часть суши. Но, думаю, ближе-ближе уже непосредственно к сезону все нормализуется и пляж появится. Во всяком случае, мы все с вами на это надеемся. Вот отсюда сверху можно посмотреть на то, что сейчас называется пляжем Армянским. Надо быть крайне аккуратным. Танчик тут был. Чуть-чуть речка. Ну как, не речка, наверное, все-таки это вот отводная такая. Не речка, а строение, может, я не знаю, что это, канал. Мы сейчас там вот в его райончике как раз и прогуляемся. Посмотрите сами на море. Электричек нету. Камеру, как говорится, в пол. И пошли. Заодно посмотрим, каковы тут дела с мусором. Вы знаете, должен отметить, что вот, во всяком случае, частично его собрали, убрали в мешочки. Но пока еще не вынесли. Не знаю, что помешало этому. Ну, я так думаю, что раз сказали А, то сделают и Б. Здесь стало намного-намного чище. Есть еще, конечно же, вот всякие там затерявшиеся баночки, скляночки. Но их стало гораздо-гораздо меньше. И это уже радует. Я думаю, к сезону местные жители... Сейчас же, сами понимаете, подготовка
каждый у себя дома что-нибудь там наводит, марафет и порядок. Поэтому сейчас не доходит дело до пляжа. Но сейчас, я так думаю, немножечко народ освободится, все дома подготовит и задумается, а куда наши гости будут ходить на пляж. Тогда все усилия будут направлены на наведение порядка. Сейчас пока еще есть над чем поработать. Ну, сами понимаете, так бывает. Пляж Армянский. Ну, знаете, все-таки, невзирая ни на что, по сравнению с нашим предыдущим визитом, здесь с нашей предыдущей прогулочкой, мне кажется, пляж стал несколько пошире. Смотрите, его чуть-чуть слегка намыло. Более того, где-то так сантиметров 50, может быть, чуть меньше, чуть больше, намыло гальки ближе к этой бетонной конструкции. Поэтому есть вероятность того, что мы увидим с вами пляж. Мне кажется, где-нибудь в мае месяце. Ну, во всяком случае, я на это надеюсь, а там посмотрим, что как будет. Сейчас же на сей момент картина такова. А все равно красиво. Волны маленькие, поэтому не так страшно здесь гулять. Хотя, видите, даже когда они бьются, даже маленькие волны, когда бьются о бетон эти, создают красивейшие брызги. Вот такой вот пляж, товарищи. Что вам еще сказать, я не знаю. Пока он где-то 2-2,5 метра. Но когда море успокоится, будет несколько побольше. Одна незапланированная просьба выполнена. Незапланированная, потому что не было написано на Дзен-канале. А я читаю все, что мне написано на Дзен-канале, там пересматриваю, там под знаком вопрос. Еще раз всех прошу, пожалуйста, пишите конкретно адреса, если оставляете какую-нибудь заявочку. Не название объекта, а адрес. Не пишите ничего лишнего. Все четко, кратко и по делу. Всем добрый день. Всем привет с пляжа Армянского. Вот именно такой на сей момент. От солнца припекает, температура воздуха за 22 градуса. До новых встреч в эфире.